Всего через несколько минут начнется гонка. К старту готовится упряжка номер 7. Вот и настал час X, друзья мои. Мы так долго готовились и не подведем тебя. Пожелайте нам удачи. Мы будем болеть за вас громче всех. На старт! Внимание! Марш! Упряжка номер 7 вырывается вперед и уверенно обгоняет упряжку номер 5. Анте ти монте кенте лорня. Ота витяса сомак коптеромпота. Омпа илу токи. Дай 5! Моя школа. Ох, какой поворот, какой изгиб и... Попы отай ай витя менты коломты. Укр отай каклы. Миты мол укр ноты аша тунанты. О нет, куда смотрят судьи? Это нечестно! Он же специально нам помешал! Ну, раз кто-то нарушает правила, то почему бы и нам один раз их не нарушить? Номер 7! Номер 7! Соберись, чемпион! Нет, если побеждать, то честно! Номер 7! Номер 7! Номер 7! Номер 6! Лидирует упряжка номер 6! Еще 2 круга до финала! Третий номер сошел с дистанции. Еще круг. Кто это? Седьмой номер летит пулей к финишу. Это моя лучшая скорость! И первый финишировала упряжка номер 7. Они сделали всех! Героям кумен пел татын чарыса сома эты лункньотын, как компота. Несмотря на то, что соперники нарушали правила, вы вели честную борьбу. Поздравляю, друзья! Ура! Это заслуженная победа! В спорте ценится дисциплина и взаимоуважение. Только так рождаются настоящие чемпионы. Победа тукка намыкан кутты ураманты анта. Насома чемпион.